Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу вам представить первый торт, который я приготовила самостоятельно. Это торт «Молочная девочка». На мое удивление, такой торт приготовить было не так уж и сложно. Я думаю, что это самый красивый и самый вкусный торт в мире, потому что я его приготовила сама. Давайте посмотрим, как я пекла такой торт. Итак, для приготовления торта «Молочная девочка» нам понадобится 4 куриных яйца, 680 грамм сгущенки, то есть 2 баночки, сухая смесь картофельного крахмала и муки. Муки нужно 370 грамм, а крахмала 40 грамм, 20 грамм разрыхлителя, 10 грамм ванилина, а также щепотка соли. Для начала отправляем в планетарный миксер яйца. И соль. Взбиваем сначала на медленной, а потом на быстрой скорости. Пока яйца взбиваются, в нашу смесь из муки и крахмала отправляем разрыхлитель. И перемешиваем. Яйца взбились до нужной консистенции. В яичной массе понемногу добавляем сгущенку и перемешиваем на маленькой скорости. Устанавливаем крышку для того, чтобы при перемешивании наша сухая смесь не разлетелась. И устанавливаем вот такую лопаточку. Понемногу в массу отправляем сухую смесь и перемешиваем на средней скорости. Также к тесту отправляем ванилин. Вот и готово наше тесто. Оставляем тесто на 10 минут на столе. Начертим круг на пергаменте. У меня круг диаметром 23 сантиметра.
Обмазываем наш круг сливочным маслом, для того, чтобы наше тесто не прилепилось к пергаменту. На круг выкладываем тесто и разровняем. Отправляем корж в духовку на 5 минут при температуре 180 градусов. Приготовим крем. В мисочку от планетарного миксера отправляем 350 мл жирных сливок. Туда же отправим сахарную пудру и взобьем на большой скорости. Мои сливки взбиты, и теперь отправляем сюда йогурт. И перемешаем на низкой скорости. Этим же кремом я буду покрывать торт. Я заранее нарезала фрукты. Абрикосы, персики, бананы, киви. Ими я буду начинять торт. На корж положим немного крема. И разровняем. Торт я собираю в кольце. Туда же поместила ацетатную пленку, чтобы бока торта были ровные. На крем выложим фрукты. Также поступаем и с остальными слоями торта. Thank you.
После завершения сборки торта отправляем торт в холодильник на 4 часа для того, чтобы крем застыл. Торт поставил в холодильнике. Начнем его украшать. Обмажем бока торта кремом и разровняем. Обсыпаем торт кокосовой стружкой. Сверху украсим фруктами. Отправляем в холодильник на ночь. Друзья, мой торт весит 3 килограмма. Давайте замерим его диаметр и высоту. Диаметр моего торта это 23 сантиметра, а высота 13 сантиметров. Если вам грустно, то такой торт обязательно развеселит вас. Всем рекомендую приготовить торт «Молочная девочка». Всем спасибо за просмотр. До следующих видео. Всем пока!